Так, ребят, снова испытываем для спортивного интереса, слушай, как пишет и снимает телефон Umi Digi F1 Play. Что пишется Full HD видео, по качеству я не знаю, что и с шумами, звуком у нас испортилась окончательно погодка, ребят. Так что не ждите, что все будет комфортно и хорошо. Единственное, что по фокусу, хотя так можно попробуем. Вот видите, стыкнулись с тем, что ты включаешь и нифига, ну что, не включается, не срабатывает. Вот специально смотреть. Для интереса. Стали, дерево и фигушки. Я включаю. Опа, и включился. Автофокус есть. Опять сюда. Тыкнул и включился. Снова всем привет, ребят. Так снимает телефон Umi Digi F1 Play. Я думаю, что будет, ну что все-таки кому-то интересно вообще и картинка, и звук, как изменяется, что освещение есть, и в целом, ну вообще, что куда. Вот попытаюсь чуть-чуть идти, ну что вписала, что стабилизация вот есть, но исходя из картинки, я смотрю, что ее вообще тут нет. Все, ребят, всем спасибо, мир. Снова всем привет, вы на канале Азыки из Китая. Мы испытываем телефон от компании Umi Digi. Единственное, что я смотрю, что автофокус тут все включается и срабатывает абсолютно на ноль. Все исходники внизу в описании будут. Вот, ребят, смотрите. Тыкнул, и хреновая картинка. Тыкнул, и все равно хреновая картинка. Снова всем привет, ребят. Вы на канале Азыки из Китая. Мы испытываем телефон от компании Umi Digi F1 Play. Я так думаю, что будет, ну, что интересно. Что глянем, что у нас специально в камеру показываю всем, чтобы видели. Кстати, что здесь включается, кстати, автофокус, по-моему, да? Или нет? Да? Или нет? Все, да? Так, снова Ленька. Ну, вот такая картинка, ребят. Всем спасибо. Мир.